Привет, YouTube. Я сегодня вам покажу, как сделать себе рингтон на iPhone бесплатно. А так нужно его покупать, ну, чтобы поставить как рингтон. Идем в My Computer, потом Tools, Folder Options, View, и вам нужно снять галочку вот отсюда. И окей. Потом это можете закрыть уже, это вам не надо. Открывайте iTunes, iTunes вам нужен. Потом вам нужно выбрать песню, ну, которую поставите как хотите поставить как рингтон. И вам нужно выбрать. Вы можете поставить только на 40 секунд, и вам нужно выбрать, которая часть вам нужна песни. А мне нужно только вот отсюда. 25 секунд. Потом идете в Edit сюда. Advised Importing. И вам нужно включить вот это AACC encoder. И потом нажать ОК. После этого Get Info. И вам нужно напечатать время. У меня было 25. И сюда. Не хватит 25 секунд. Окей. Потом вам нужно сделать вот так. И вам нужно Convert Selection to AAC. Вам нужно подождать. Все. Он закончил. Потом стоп. Вы должны его найти в Windows. Show in Windows Explorer. Сюда. Потом вы должны сделать rename. Изменить его формат. MPEG-4A. Вам нужно сменить его на MPEG-4. R. И нажать ОК. Yes. Теперь вы можете его взять. Вот так. Ringtones. И все, он у вас там. Все, спасибо.